В этом году мы 4 раза очищали снег с крыши, сбивали сосули, регулярно вызываем автовышку. В общем, производим все предупредительные мероприятия. В этой войне руководство спортивного комплекса «Форум» со снегом победили осадки. Снежная лавина сошла с крыши на припаркованные рядом автомобили. В прошлом году подобное происшествие уже случалось, и директор спорткомплекса Игорь Костырев до сих пор помнит подробности того ЧП. За сутки выпала почти 2-месячная норма осадка на кровле. Конечно, такого никто не ожидал. Мы сразу же предприняли меры. Это установили снегозадерживающие конструкции на крыше, на кровле здания. Вот. Также были нанесены предупредительные надписи. Они на стенах есть, они еще с прошлого года остались. И выставлялось также ограждение, были натянуты предупредительные ленты сигнальные. Но меры, предпринятые для предотвращения схода снега, результата не дали. Слишком много осадков выпало за короткий промежуток времени, и снегозадержатели просто не выдержали тяжести. Я сразу же поставил в курс дела и свое вышестоящее начальство, сразу же вызвал на место подрядчиков. Они оперативно среагировали, подъехали в течение получаса. Сейчас планируем увеличить диаметр шпилек, на которые крепиться будут сами снегозадержатели, конструкцию усилить, то есть и количество рядов увеличить еще, дополнительно поставить еще снегозадержание. В рамках договора у нас гарантия 5 лет, вот, значит, подрядчик переделывает все за свой счет, тут никаких вопросов нет. Забетонированная территория слева от форума не относится к спортивному комплексу, однако именно сюда уже второй раз сходит снежная лавина с крыши, а потому и претензии высказываются именно руководству форума, хотя со своей стороны директор спортобъекта сделал все, чтобы обезопасить автовладельцев. Кстати, машины здесь ставят жители ближайшего дома, они же и чистят места для автомобилей, порой в опасной близости от точки приземления снежных лавин. Большая просьба вот к жителям города и в частности к жителям дома 68 по улице Степной, чтобы внимательнее относились к своему имуществу, бережнее и тем более к своим жизням и здоровью. Потому что по прогнозам ожидаются и снегопады, и оттепели, а значит и сход снега с крыши тоже возможен.